15 советов, как выйти на пенсию к 27 годам. Я восхищаюсь людьми, которые не только занимаются недвижимостью, но и стремятся стать застройщиками и построить дом с нуля. Вот советы Кая Эндрю, вышедшего на пенсию в 27 лет, с которыми я определенно согласен. Все может быть легче сказать, чем сделать. Но в целом урок, извлеченный здесь, заключается в том, что действуйте, и со временем вы добьетесь результатов, о которых мечтаете. Его стиль довольно уникален, и на протяжении всего своего пути он потратил бесчисленные доллары, обучаясь у экспертов. Для меня он отличный эксперт, у которого можно поучиться, потому что он добился больших успехов, и вот советы, которые помогут вам тоже. Иметь наставника. Здоровье – это богатство. Не тратьте свое здоровье сегодня ради богатства завтра. Упражнение. Питайтесь правильно, соблюдая питательную диету. Здоровый образ жизни повышает производительность и помогает вам перехитрить и победить других в любой игре. Спокойной ночи. 3. Делайте заметки, планируйте и изучайте. 4. Читайте книги, проводите исследования и изучайте информацию в интернете. 5. Работайте усердно. 6. Действуйте и делайте. Именно так вы лучше всего учитесь. Не исследуйте только вещи. 7. Используйте календарь Google для структурирования своих дней. 8. Спросите себя, принесет ли эта покупка мне деньги, уменьшит ли она обязательства и слышит или повысит ли она вашу эффективность и результативность в зарабатывании большего количества денег. 9. Дом, лодка, машина, все расходы на банковский счет, таким образом, являются пассивами. 10. Покупайте вещи со скидкой, например, автомобили, и упрощайте расходы на транспортные средства. 11. Снижение транспортных расходов. 12. Уменьшите расходы на жизнь до уровня ниже $1000 или насколько это возможно. 13. Покупайте недвижимость. 14. В сфере недвижимости вы можете сосредоточиться на предпринимательстве, краткосрочной аренде и работе застройщиком новых объектов недвижимости. 15. Будьте лучшими в себе, проводя большую часть времени с людьми с замечательными ценностями, которые преуспевают в жизни и входят в пятерку лучших, с которыми вы проводите время. В восторге от тех, кто решается заняться недвижимостью, и тем более, когда они встают на путь становления застройщиком, строя дома с нуля. Кай Эндрю, вышедший на пенсию в возрасте 27 лет, делится бесценными советами, которые находят отклик у меня. Хотя эти шаги могут показаться сложными, общий урок ясен, нужно действовать, и со временем ваши мечты материализуются.
Отличительный подход Кая дает отличные советы для достижения успеха. Обязательно найдите наставников, уделите приоритетное внимание здоровью, занимайтесь спортом, соблюдайте питательную диету и обеспечьте достаточный сон. Кроме того, делайте заметки, планируйте и изучайте, много читайте, усердно работайте и, самое главное, действуйте. Используйте такие инструменты, как календарь Google, чтобы структурировать свой день и совершать осознанные покупки, которые способствуют финансовому росту. Сосредоточьтесь на минимизации обязательств и снижении расходов на жизнь. Инвестируйте в недвижимость, изучая такие возможности, как предпринимательство, краткосрочную аренду и даже становясь застройщиком новой недвижимости. Окружите себя людьми, которые воплощают замечательные ценности и преуспевают в жизни, поскольку 5 лучших людей, с которыми вы проводите время, во многом влияют на ваш успех. Следуйте за мной, чтобы повысить уровень своей жизни, применяя эти советы на пути к успеху и самореализации.